находимся у самого старого памятника нашего города, который более известен под названием «Памятник русской славы». Но более правильное название – это памятник 55-му Подольскому пехотному полку, потому что история его связана с нахождением в нашем городе 55-го Подольского пехотного полка русской армии. В 1812 году из Бендерской крепости уходят турецкие войска, и с этого времени в крепости дислоцируются русские войска, войска российской армии. И особенно памятно пребывание в нашем городе 55-го Подольского пехотного полка, который более 30 лет дислоцировался в Бендерах. Он был создан в далеком 1811 году, накануне войны с Наполеоном, но он никогда не имел постоянного места прописки, и постоянное место прописки получил только в Бендерах. Это был, полк с боевой биографией. Он принимал участие в сражениях Отечественной войны 1812 года, и на обороте памятника указаны сражения, в которых этот полк принимал участие. Памятник был установлен в честь столетия победы русской армии в Отечественной войне 1812 года и в честь столетия присоединения Бессарабии к России. Создан он был в 1912 году на территории Бендерской крепости на средства нижних чинов и офицеров 55-го Подольского пехотного полка. Таким образом, они решили почтить память своих, отдать дань памяти, почтить память своих славных предков. И на цоколе памятника выбита надпись «Доблестным предкам потомки», а бронзовая фигура орла, раскинувшего крылья, это символ мужества и героизма русских воинов. В 1967 году он был вынесен за территорию Бендерской крепости и установлен на трассе Одесса-Кишинев для всеобщего обозрения.